أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Праздничные столы здесь накрыты уже второй день. Священный праздник Хорбанайт воспитанники детского дома Эмет никогда не оставались без внимания со стороны дающих. На этот раз детям благотворительный обед подготовили администрация и этнокультурные объединения Дома Дружбы посредством спонсорской помощи ТО «Айдабол Компани» и торгового дома «Шахтер». Хотелось бы пожелать нашим деткам здоровья, успехов в учебе. Хотелось бы, чтобы они нашли в этой жизни правильный путь. Еще бы огромное спасибо хотела сказать компанию «Айдабол», директору Кайрату Ибраеву, а также спасибо руководителям магазина «Шахтер», администрации и арендаторов, которые нам оказали большую помощь, спонсорскую помощь. В этом году мы первый раз решили выйти с таким как бы предложением к руководству детского дома, и в принципе у нас вот тандем, скажем так, состоялся. Мы совместно все продумали, наши центры, этнокультурные объединения, узбекское объединение, у нас готовили свое национальное блюдо, узбекский плов. Над приготовлением самого настоящего узбекского плова хлопотал сам председатель узбекского этнокультурного объединения Достлек Хайот Сулейман Баракаев. Плов с бараниной он готовил на костре прямо во дворе детского дома. Вкус получился отменным. Отведали его не только воспитанники, но и воспитатели, а также мы и представители Дома Дружбы. Директор детского дома Нагима Абдрахманова поблагодарила гостей за внимание, оказанное детям. Курбанайт – это праздник, наверное, это символ доброты, символ милосердия, потому что каждый человек, который в этой жизни чего-то достиг, хочет поддержать, помочь другого, который нуждается в этом. Но мы сегодня, конечно, все мы благодарны тем людям, которые сегодня рядом с нами, Абашкам, Аташкам. А сегодня, в частности, благодарны, конечно, коллективу Дома Дружбы. Дорогие гости, большое вам спасибо за понимание, за поддержку, за внимание к нам, к нашим детям. С праздником! Данным обедом представители Дома Дружбы хотели не только исполнить ритуал праздника, накормить сирот, но и показать согласие и мир, царящие во взаимоотношениях между представителями разных национальностей в нашей стране. Тем самым мероприятие носило нравственно-воспитательный характер. Все очень понравилось, было все очень вкусно. Спасибо нашим гостям за то, что они накрыли такой шикарный дастархан. Хочу поздравить всем, весь мир с праздником. Сегодня такой замечательный праздник, Курбанайт. Хочу сказать, Курбанай Калды Болсын.